Ответственно. Ты все время управляешь этим катамараном? Первый раз была. Первый раз? Под нелегким управлением. Да? Да. Как будто ты все время... Им управляла? Ну да. Нет, на самом деле я на месте. Но он для новичков подходит. Почему? Потому что очень устойчив. Ты не боишься попасть. Нужны только три качества. Желание, маленькая любовь к приключениям и к авантюрам, и чуть-чуть смелости. Немножко. А потом тебе говорят, лови ветер, и пытаешься его поймать. Слушай, а волны совсем не ощущаются, да? Сейчас какая волна приблизительно? Кто знает? Один, два. Ногой. Вон как бедный катерок кидает, да?